паре во два и отверженный и изгой во два Тевилхоп. Цель миссии 1 – потопить грузовой... цель миссии 1 – уничтожить боеприпасы на объекте, 2 – уничтожить ЗРК, 3 – уничтожить нефтяные баки, 4 – уничтожить коммуникационные тарелки. То есть понятно, что первая – это позиция Альфа, 2 – ЗРК, баки, тарелки. Так, ну посмотрим, что это такое. Так, ну я смотрю тут действия между высохших рек на лесном острове. Кстати, не очень большого по размеру карта разворачивается. По сути, все на одном острове, точки у горы, у западной высохшей протоки. Северная протока, южная протока, восточная протока, западная протока. Стоит некий городок. Вот что, у А какие-то объекты, у Б, вот, нет, тут, подожди, командного центра тут никакого нет, тут ЗРК, баки, у Б, в общем, они находятся, у С и у С, и все, все, больше ничего нет, три точки, ну что, приступаем. Сразу выше расстреливают. Такое начало золотистое. Тут мгла висит. Уничтожь боеприпасы на объекте, уничтожь ЗРК, уничтожь нефтяные баки, уничтожь коммуникационные тарелки. Вот такая, в общем-то, коробка. Вот там позиция Альфа. Ну понятно, что боеприпасы там есть. А где все остальное, надо. Ну оно раскиданное, короче. Все в раскиданном состоянии находится. Не в одном месте. Блять, там гады бегают. Их Вадим в золотистый вижу закат. А где эта мразь-то? Где мразь-то? Где мразь-то? По краям лишь патрули мотаются. Там какая-то гора есть. Вон такие гранатометчики. Такие кирпичные здания. Для техники, наверное, тут никакой нет. Какая к чёрту техника. Потому что карта-то небольшая. Сейчас давай восточную речку посмотрим. Во, гад. Стоит гад. Все, видишь, в золотистой какой-то мгле, поэтому не особо тут все видно. Ну посмотрим, сейчас быстренько сбегаем. Вообще небеса все закрыты. Так, ну да, все, видишь, пересохло. О, кузнечик. К сожалению, все пересохло. Тут, кстати, вон левее X. А, ну это, кстати, ты к южной реке прибежал. Какой восточный? Это южная река. Какая не восточная. Вернее, западная. Какая к чёрту восточная? Вот она. Вся высохшая. Какие-то обнажения видны. Да. Ну а тут тарелки стоят. Вот такие пирожочки. Две тарелки. Так, ну что, сразу идем подрывать. Блять, а где он? Отойдем. Но это не конец.
Ну, блядь, ты пидораска. Там еще их будет, наверное, много. Ну, по крайней мере, это точно не конец. Вон, ува, вблизи, а что-то стоит. Ну, тут я ликвидировал, по крайней мере. Ну-ка. Плохо, что тут все заржет. Вот там башня красивая. Дрой-то пошел. Вон там прикольная такая башня видна. Гадов-то хватит, их хватит. Короче. Они тут, вижу, гады в здании. Надеюсь, они не обновляются. Ну вот, вид на эту башню. Не обкладывали бы, суки. Могут и обкладывать. Эти пидоры-то хоть не возрождаются? Хуёво. Ну, давай залезем. Можно немного пострелять. Там суки постоянно откуда-то лезут. Видно-то, конечно, плохо. Ну что, надо к точке А пытаться прорваться. А там внутри какой-то, слушай, какое-то непонятно. То ли строение, то ли ограды, непонятно. Не понимаю пока, да. Не понимаю. Сука. Ты видишь, как сложно это будет. Тебе и мало точек. Это не говорит о том, что карта простая, да мало точек. Наоборот, может быть хуёвее. Пизда тебе. Чё тут вообще не прорваться? Да какая бронетехника, я ничего не смотрю. Очень густо заросшее, нахуй. О, вон. На балконе. Да.
левее вроде бы более безопасно. Правее это там вообще пиздец как тут. Аккуратненько, как здесь как не выскакивает. Вон форт. Сука, он, блядь, за оградой нахуй. Большой патруль. Вот круглый форта. Вон там, сука, за оградой туда еще первый армию. Вдруг отсюда. Закрепился в каком-то здании. Бараков много вон. Иди нахуй. Что-то. Бросай-ка туда пару гранат. Какие-то пидорские бывали карты, что бежишь. Хрен знает куда. Ничего не понятно, что сделать. Вроде уж конец близок, а хер доберусь. Так, ну считай, все, я подошел. О, сука, пальму посадили прямо здесь. Так, а как? Давай сюда парализатор. Сейчас завалят. Это главное ворваться. Все, сходу взяли, нормально. Тут видишь, за оградой заросший садик какой-то находится. Блять! Пидор! Ну все, я вас закрепился там вот в северо-восточном торце садика надо будет. Надо вот зачищать садик. Так, провентилировали эти кубиков. Но видно не до конца. А он на балконе один хер стоял. Вот, короче, тут два бака. Вот сука. Еще у баков один. Ну вот эти два бака. Уничтожить нефтяные баки. Какая-то задача будет. Ну давай попробуем. Еще будут? Это видишь не конец. В общем, я ЗРК вблизи X ликвидировал, и баки вблизи А, но это не конец. Еще будут. Ну вот там еще вот какое-то, видишь, длинное здание, вот там еще что-то я вижу. Возможно, бак снова. Неизвестно, конечно. Еще много очень точек. Вот в Б я смотрю, раскидано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 точек. Даже 8. И у С раз, два, три, раз, два, три. И еще вон там на позиции альфа три точки. Ну, позиция это понятно.
В общем, чистка тут город. Город Золототуманск. Блять. Пидораска. Вот, смотри. Со стингером. Еще один. А, ну тут, слушай, большая СДК, большая коробка стоит. Да, блядь, ебаный. Вот надо к коробке идти. Ну что ты орёшь? Так, коробка. Ну, вблизи коробки точно что-то находится? Давай-ка прыгай в коробку, так безопаснее будет. А тут нефтяные баки находятся. Не могут еще промазывать внутри здания. Недостроенная коробка. Так, вот я вижу нефтяные баки. Давай номер два баки ликвидируем. Там он опять кто-то не чёрта. Так, нормально. Цемент виден. Швы от цемента. Так, ну все, тут конец коробки этой. Надо еще левее коробки. Вон опять это башни. Так, вот тут один объект левее, еще один правее. А, ну тут... Одна тарелка тут стоит, я смотрю. Так, ну хорошо, хорошо. Ну, подрываем. Ну, тут не конец. Тарелка, локатор, небудь там стоит. Ну, надо идти подорвать.
Понятно, что ты вблизи Б это все делаешь уже. Понятно. Ну да-да, вон солнце видно. Вот это здесь рядом. Аккуратнее подкрадывайся, о. Блять! Накрыло. Так, ой, пошли туда. Гранатометчик. Давай аккуратненько подходим уже. Вот здесь, давай аккуратно. Так, вон там каменное здание пойдет в сомалийском виде. Так, ну что, долой тут сраную тарелку. Номер 4, это уже вроде бы, да, тарелка? Так, ну ладно, сейчас. Все, готово. Так, что теперь? Вот надо к точке Б теперь прорываться. Вот там, ну, 4... Ух ты, блядь, сука! Ох, классно, блядь, он тебе подкрался. Ну, в любом случае, надо к точке Б идти. Ну, как ты туда будешь еще прорываться, непонятно. Вечереет вроде соло. Коробка, дальше сомалийская, наверное, здание будет идти. Там-то их дохуя, блядь. Так, тут... Сука. Сидят кое-где на... торцах зданий, блять, на крышах. Тут хуёво. На углах. Так, вон там, где он стоит? Вон он. Рубеж ждет. Так, ну чё, Б за этими валунами поди, да? Сюда еще хер прорвешься. Ну, выйдем. У, блядь. Трансформаторы какие-то гудят. Сука, они их в валунах укрыли. Минометчик. Ну, слушай, тут ЗРК стоит. Уничтожить ЗРК. Так оно охраняется ЗРК, получается. Точка Б. Вот, наверное, это 4 и есть эти ЗРК. Вот там пидор стоит. Ну, давайте. Так, ну, нормально. ЗРК. Ну, кидай туда заряд. Отходим. Ты какой выполнен? Там задача-то не выполнена. Да блять ты, сука. Вон форт-то совсем рядом. Вот надо его будет взять. Форт в камне. Первый, значит, в садике, заросшем, запущенном садике.
Пущенный сад. Второй в камнях. Да тут не так много расстояния, это не очень большие, меньше километров. Ну вот. Даже не просто кто-то против. Да, первый раз играю. Интересно, почему они назвали карту Пария изгой, непонятно. Так. Это пидор там бежал. Патруль. Да. Обрати внимание на форту. Какая-то мразь. Ну так, ну подрываем. Уже вторая установка ЗРК. Зеленые ЗРК, я так называю. То есть такие ЗРК, которые крутятся, а эти нет. Электроволуны. Так. Ну вот сам форт бы. Среди камней. Так. Ой, блин, там кто-то побежал. Остается недалеко. Сейчас берем откуда. Ой, блядь. Не так, не так. Сука, давай их вас. Ебучие суки. Ну, нормально. Ты сволочь. В моих руках. Хорошо. Там пидор меня. Так, ну нормально. Ну вот такой вот форт. Сука. Ты, блядь, стингеристы могут быть. Поэтому надо все это учитывать. Так, ну все, давай. Я думаю, все ЗРК около Б находятся. Баки, что-то я смотрю, и тарелки повсюду раскиданы. А тут собственно, они все здесь. Вот остается последнюю, которая восточнее находится. Смотаться, проверить. Где она, где. Во, все нашел. От нее даже, слушай, ток как бы идет. Так, ну что, кидаем. Прямо от нее идет. Все, ЗРК уничтожено. Задача 2 выполнена. Ну, боеприпасы понятно, что в конце. Про боеприпасы-то я не говорю, а вот. Еще надо и баки, и тарелки ликвидировать. И последнюю точку С взять. Ну так в целом это, наверное, короткая будет, похоже, карта. Тоже проблемные здесь места. Ну, сейчас попробуем это делать. Все равно уж конец-то близок.
Так, вон там, похоже, канистра будет. Вот прямо по курсу, как говорится. Канистра, где она, где? Тут он гора. Канистров такое. А вот эти две канистры. Подстрелил стингериста, похоже, в горе. Ну вот эти две канистры, да. Вот две канистры. Вблизи яблоного сада, обрати внимание. Блять! Хер отойдешь. Пойти долбануть канистру сейчас. Ух ты, сука! Таким методом огневых налетов. О, сука! Там еще в полунах какая-то мразь прячется. Ой, я снял его. Это же ебучая сука мне доставила хлопот. Блять, там я похоже. Так все, там пида идет. О! Приблизился уже на 2/3 примерно к цели. Короче, ну все равно еще пока не дышу. Давайте ебаные канистры. Минируй поскорее. Так, пошел. Задача, блин, пока не выполнена даже здесь. Короче, не выполнил я пока нифига. Все, охуел. Стоит, ждет. Тут тебе не раздача выпивки. Раздача только патронов. Ну тут видишь, гора-то. Ну что, хочешь на гору залезть? Ну там ничего не увидишь. Блять, тебя сейчас снимут. Какая хуям гора, вот тебя гора выстрелила. Все, пизда. Вот тебе и гора. Быстро закончилось. Там ты ничего не увидишь, Паша. Все в дымке. Так вот как точки С теперь надо думать, как прорваться. Скотина.
припадает в траву. Далеко не просто. Торчит. Непонятно, это где цета? Вблизи должно быть ангара этого. Хрен его знает, надо идти туда как-то. Ну-ка. Маловато уже жизни осталось. Ну-ка, давай-ка немножко пройдем вблизи этих валунов. Вот все, все. Потом все. Парализатор в дом бросай. Да блять! Ты сука, ты ебаный в рот. Еще куда-то он полетел в итоге. То есть там важное место. Вон, вон. Давай, пошел на прорыв. Все, я взял спор. Вон там байки, кстати, видны. Ну все, я взял спор. Где-то очень хорошо. Форт мой, вблизи ангара и башни арабской. Все точки теперь взяты, ничего, теперь остается три точки вблизи цели ликвидировать. Что там, какая вот в ангаре, что ли, что-то есть. Ну давай смотаем. А, не в самом ангаре, а вблизи ангара. Не вой, не вой. О, блять, подожди, блять. Со стингерами, ну нормально, нормально. Это мразь. Так, в общем, вблизи этого ангара стоят два похоже последних бака. Ну, канистры, канистры, как их называют. Так, минируем. Вероятно, ух, блять, гаранка. Ну что ты, ну что ты? Там еще один. Так. Она бежала, нечисти. Так. Так. О, все баки уничтожены. Задача 3 выполнена. Хорошо. Ну чё, мы, возможно, тут на гору-то залезть, или это без гиблое дело? Ну ты с ней ничего не увидишь абсолютно. Всё, там вот, в этой мгле город все равно не увидит. Ну ладно, залезь. Как это жёлтый туман. Книга-то какая-то была.
Волковским. Синий туман, похож на обман, похож на обман, синий туман. Так, ну тут, блядь. А, ничего нет, ну вот что ты вы, ничего нет, ничего. Все, вы же в этой мгле. Так что... Обновляемся. И продолжаем штурм до позиции Альфа 70-80 метров, точнее. Всем рядом. Ну, надо еще выполнять задачи. Так, вон. Перекинуто что там. Блять, как пристрелил. Мастерски. Вон там тарелка стоит. Еще одна тарелка будет уже у самой северной протоки, высохшей. То есть тарелок очень было много. Ну все, давай. И две только стояли у Икс. И остальные одиночные. Ну, ЗРК все УБ были, да. Баки и тарелки раскиданы. И припасы на позиции Альфа все стоят. Блядь! Ты сука! Жопа подоткралась, сука, и выстрелила. Видишь, какая тварь. Ну, так в целом им уже ничего не делать. Просто. Конец-то все равно конец. Блядь! Пидораска. Пробитая, сука. Так, ну давай пошли. Давай позырим сверху, может что обнаружим. Так, прыгай, прыгай. Видно-то, конечно, все тут плохо. Это мразь объякать начала. Так, ну вон последняя тарелочка. Сверху видно. Да. Вон у тебя. Ну что, напоследок прыгни с парашютом. Видишь? Утки, утки. Река-то пересохшая. Как таковой реки нет. Так, ну это последняя, вероятно, тарелка, по другой отход. Все тарелки ликвидированы, и остаются боеприпасы. Ишь, вымытые глины тут в реке, а реки-то и нет. Так, пошли, пошли, пошли. А чё, позиция Альфа вот здесь? Вот в этой, вот в этих красных зданиях, похоже, вот это и есть позиция Альфа. Ну что делать, надо как-то туда залезть. А где вход? Ну где угодно, наверное, может быть. Ну давай позовем. Так. Четыре ящика тут. Так, ну... Сразу начинаем вот эти ящики долбать. Так, и давай смотреть на карту. Так, во. Поехали. Вот, слушай, стоп.
по оружию. Сейчас подожди секунду. Так, хорошо. Подрываем, отходим. Второй ящик. Этого еще два ящика остается. Так, а они тут сразу два стоят. Ну, это означает, что все, компания сыграна. Да. Ну идем подрываем, все, компания сыграна. Меньше часа понадобилось. Минируем. Уходим. Четыре ящика было. Ну все, компания сыграна. Дача один была. Получается, боеприпасы все на альфе находились. ЗРК Б. Порта Б. Все, миссия завершена. Вот, кстати, красивая картинка в конце. А тарелки... И что еще? И канистры раскиданы были по всему. Джон набирает 876 очков, 160 фрагов. Такая прикольная картинка. Как фотография, считай, получилась. Операция называлась Пария В2. Пария В2.